Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO OPU. OPU в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование OPU с сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что, изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. OPU стремится стать ведущим поставщиком цифровых решений для измерения, управления и мониторинга по уходу за кожей. Также ниже нам предоставлена информация о подписчиках в соцсетях этого проекта. Мы видим, что их достаточное количество, что этот проект интересен. Немного информации о OPU. Миссия OPU Labs заключается в том, чтобы улучшить глобальную индустрию по уходу за кожей, обмениваясь данными, информацией, также получая вознаграждение. Все это для того, чтобы приносило пользу пациентам, врачам, лечебным центрам, а также производителям продуктов. Чтобы все это произошло, создается набор технологических платформ на основе блокчейн, начиная с мобильного приложения для ухода за кожей и экосистемы на основе токенов, которые будут вознаграждать своих пользователей. Нам также предоставлен промо-ролик для ознакомления с проектом. Эта экосистема ориентирована на ценности, опирающиеся на токен, поддерживаемый платформой Ethereum. Это владельцы токенов смогут пользоваться возможностями платформы, например, отправлять данные по уходу за кожей на платформу искусственного интеллекта или подписаться на клиническое испытание дерматолога или новый бренд по уходу за кожей, который хочет децентрализировать данные для поиска группы пользователей для нового продукта. Ниже мы можем видеть анализ продажи токенов. Можно сказать, что сейчас идет предварительная продажа, которая уже находится на третьем этапе. Мы видим на каждом этапе своя система бонусов. После окончания предварительных продаж будут открыты основные продажи. Также мы можем ознакомиться с общим количеством токенов, soft cap, hard cap. Ниже нам предоставлено распределение токенов. Мы можем видеть, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также будут существовать программы вознаграждения OPU. Мы можем также видеть партнеров данного проекта. Пять основных серверов, которые
сервисов, которые предлагает нам ОУПУ. Это искусственный интеллект ОУПУ, поиск, также монеты ОУПУ. Получение консультаций и бесплатная CRM. Также мы можем видеть дорожную карту. Хотелось бы отметить четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом. И команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также можно видеть популярные сайты, публикации, в которых также можно узнать о данном ОУПУ более подробно. Что касается команды, здесь все хорошо, внушает спокойствие, ведь на данном ICO работает очень сложная команда специалистов, которым к тому же помогают очень известные специалисты в области криптовалют и маркетинга. За этим проектом стоит высококвалифицированная команда с успешным опытом в разработке продукта. Также предоставлены нам к ознакомлению медицинские консультанты, потому что это все-таки медицинский проект, консультанты блокчейн, нам также рекомендуют стать подписчиками в одной из соцсетей, чтобы быть в курсе последних событий относительно этого проекта, получать новую информацию. На этом обзор нового ICO проекта ОУПУ закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!